Турция не будет извиняться за сбитый российский истребитель Су-24. Позицию Анкары сегодня подтвердил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Глава турецкого Кабмина заявил, что приносить извинения не станет ни он сам, ни президент Эрдоган, ни другие представители властей. При этом атаку на наш самолет в сирийском воздушном пространстве он объяснил обязанностью правительства защищать границы своей страны. Турецкий премьер также дал понять, что случившееся на прошлой неделе события непреднамеренное. Однако данные объективного контроля, предоставленные Министерством обороны России, говорят об обратном. Очевидно, что самолет F-16 ждал, когда Су-24 подойдет как можно ближе к границе с Турцией. После этого пилот резко увеличил скорость, догоняя российский истребитель. Запустить ракету над своей территорией он так и не успел. Сделал это, пролетев уже 2 километра в сирийском небе. И сразу же резко развернулся и ушел вниз, пытаясь спрятаться от радаров, то есть понимая, что находится не в Турции.